Всем привет, канал Ирина Цветики. Вот новый для меня Леруа Мерлен. Его адрес. Пойдемте посмотрим. Всем привет, канал Ирина Цветики. Ну вот я для себя открыла новый магазин Леруа Мерлен. Это город Краснодар, улица Александра Покрышкина, по-моему. Там я заставочку сняла, но, к сожалению, наверное, не успею ее присоединить. Очень долгий монтаж. Посмотрите, как только я зашла, обрадовалась. Манхэттены. Мне как раз был нужен Манхэттен. Вот. 1444. Ну, честно говоря, я... И вот такая белая, похожая на попкорн. Ну, мне ее... Вернее, меня попросили ее найти, и я вот была. Все белые, мне кажется, попкорном. Так, альбуфера, я так думаю. Ну. Хазард, ну, слегка такой увядший. Я сразу кину рассматривать цветочки. Ну, вот... Не знаю, мне теперь все белые кажутся попкорном, потому что опознавать по фотографиям, честно говоря, не очень легко. Вот. Крашеные 1777, стали вот писать, что это окрашенные. Ну вот фатаморгана или альбульфера, скажите мне, целый лес из этих орхидей. Белые. Так, цена 577 рублей. Ну, как выяснилось на кассе, что не все столько стоят. Смотрите, дендрофаленопсисы. Ну, такой бело-желтый. И вот тут вообще совсем малюсенький какой-то крокозябрик. Ну, спешу дальше. Вообще новый магазин, это, конечно, интересно. Никогда. Вот, посмотрите, 498. Ну, не знаю, мне этот кажется по фото, что мне. В итоге скажу, что купила я на базе, нашла. Ну, его не признали. Вот желтенький, интересный. Ну, мои сведения с интернета другие. Ну, я тоже проверяла себя, смотрела. Так и не попала. Ну, вот симпатичный беглипчик, но без корней. Ну, как водится, да, конечно. Не знаю, вот еще одна. Меня смутило, что это стандарт. Ну, похоже, да, и вот, ну, он явно не кудрявый, мне там писали, что он должен быть кудрявый. Может быть, мы понимаем по-разному кудрявость. Вот такое солнышко. Желтый, желто-оранжевый. Так, это лосось, по-моему. Ой. Да, цвет лосось розовый. Притория. Не очень крупная, но белая кайма по краям очень выраженная. Такой какой-то стандарт, а цветочки маленькие. Это мультифлорка. Ну, стоят все подряд. Ну, вот, да, красиво. И я говорю, меня смутило то, что она стандарт вообще-то. А попкорн мультифлора. А так вот, вот это тоже было вроде похоже. Не знаю, что и сказать. На мой взгляд, крапушек не хватает и стандарт. Так, вот такая бело-розовая.
розовая с белым язычком. Ну что еще сказать? Вглубь хочу найти что-нибудь интересное. Ну, это такой, по-моему, западный объезд рядом, ну, дальний район Краснодара. Надеялась найти что-нибудь прямо такое интересное, редкое. Любители орхидей далеко. Рынок оптовый далеко. Дендробиум нобили. Такого малинового оттенка. 1222 рубля. Ну вот белые очень хорошо, красиво упакованы. И такие слоники. Для них это недорого. А, он даже 998 рублей. Ну, вообще. Да, только он, наверное, отцветает уже. А вот тут сбоку я, по-моему, нашла внизу миньки. Сейчас я покажу. Я залезу туда все-таки. Здесь стандартные фаленопсисы. Ну, тут один стол, 1222 рубля. Этот стол, и я его пытаюсь обойти. И вот внизу обнаружила еще миник. Хотя для них это совсем не подходящее место. Минички любят свет. А тут вот мало под столом. Так еще вот рядом стеллажик перекрывает доступ к ним. Ну, сейчас посмотрим. Как лиса на виноград. То с этой стороны зайду, то с этой. Вот зашла с другой стороны. 398 рублей. Ну, цена неплохая. Ну, белые, розовые. Ну, вот, обошли мы круг. Этот стол. Давайте еще повнимательнее. Ничего такого не нашла. Повнимательнее посмотреть. Ну, мне заказывали похуже, но цена меня отпугнула. И что правильно, на базе потом я нашла. Нашла бабочек. Ну, вы уже их видели. Я покупочки показала раньше, чем этот обзор. Снимала в один день. Ну, вы понимаете, в один день нельзя выложить все видео. Ну, вот такой магазин, цветочный отдел. Ну, магазин Леруа Мерлен. Один стол с орхидеями. Вот мы его обошли кругом, все посмотрели. А не верится. Все-таки хочу что-то еще найти. Такие розовые, ну прямо малюсенькие такие цветочки на дендрофаленопсисы. Ну и, наверное, все. Ну, я в это время оглядываюсь по сторонам, ищу где-нибудь. Возможно, на кассы надо было пройти. Ну, кассы вот рядом. Там цветов не видно. Всем спасибо за просмотр. Канал Ирина Цветики. Пока-пока.